друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная рыбалка. Опять же, мы выбрались на такое водохранилище. Также будем рыбачить на доставке. Кто первый раз видит мои ролики, объясню, что такое поставок. Это вот такой вот обычный поплавочек. К нему привязана леска. Мы вяжем где-то 30 метров, потому что тут нужна большая длина рыбачить. Дальше идет вот такое вот грузило, грамм, наверное, 250, и два крючка. Один привязан прям непосредственно к грузу, второй где-то на 1,5 метра повыше. Ставятся они, одеваются мальки, и на такие снасти клюет очень неплохо судак. Если кто-то сомневается, это абсолютно законная снасть. На одного человека таких поставков можно ставить 10 штук. Мы ездим вдвоем, поэтому ставим где-то около 20. Выставляем в ямы и ждем поклевок пока. Ну а дальше, если вы смотрите это видео, значит, мы что-то в этот раз поймали. Погодка сегодня не сильно хорошая. Идет сильный ветер. По морю вот такие вот барашки. Нам это не страшно. Рыбачим и рыбачим. Сделали себе вот такую вот беседку. Загородили две стороны. Тент от дождя. Потому что мы сюда приехали сегодня рано утром. Шел здесь ливень. Будем жарить шашлыки. И пить пиво. В общем, отдыхаем, как всегда. Все по фэншую. Кстати, когда сюда ехали, это время было 6 утра, остановились и набрали немного маслят. Будем жарить картошечку с маслятами. Грибы есть, если ничего не поймаем. Вот за нами такой хороший сосновый бор. Попробуем пособирать грибочков. Вот, друзья, экстремальный заезд. Начался дождь. Куда мы идем, там вообще, вон, как видите, полоса, ливень фигачит. Вот. Подошли к первым поставочкам, пока наблюдаю только 4 штуки. Будем проверять. Опа! Вот такой вот, друзья, первый судачок за сегодня. Так вот, насаживаем маля и отправляем все это дело обратно. Поплавочек, оп. Вот очередной поставочек. Что-то вроде сидит. Да, нормально. На нижней. Сейчас. Опа-опа, подлодка заводит. Сейчас, сейчас. Опа. Ну, он туда подержал. Вот. Еще один судачок. Только что поймался. Конечный результат. Тут вот чуть-чуть вот коробушка.
так, друзья, из-за плохой погоды не удалось мне снять, как мы порыбачили. Ну, в качестве компенсации решил вот перед отъездом прогуляться по лесу, поискать грибочки. Нахожусь я в Караканском бару, вот за мной вот здесь озеро, где мы ловим малька, за этим озером. Открой водохранилище, где мы рыбачили. Сыроежек, мухоморов. Тут целая толпа. Благородные грибы пока что еще не попадались. Но вот такие вот мухоморчики красивые растут.